Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ. Соглашение о ЗСТ откроет новые возможности для украинского экспорта в Израиль, который в прошлом году составил 781,2 миллионов долларов, а также новый рынок для бизнеса, считает глава правительства Владимир Грейсман. Украина и Израиль завершили переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом в среду, 28 марта, сообщил премьер-министр Владимир Грейсман в своем Твиттер. Это новые возможности для нашего экспорта и новый рынок для нашего бизнеса, считает глава правительства. Он также добавил, что в 2017 году объем украинского экспорта в Израиль составил 781,2 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Также предполагалось, что соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией будет подписано до конца 2017 года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.